Для мальчишек и девчонок нашего города последний день лета выдался поистине веселым, радостным и увлекательным. А способствовала этому сеть супермаркетов «Айсберг». Объявленный конкурс рисунков своей самой заветной мечты подошел к концу. А это значит, пришла пора подводить итоги этого летнего детского конкурса. «Нарисуй мечту» – именно так назывался творческий конкурс, проводимый сетью супермаркетов «Айсберг». В нем участвовали дети от 6 до 14 лет. Всего же в конкурсе приняли участие около 50 мальчишек и девчонок. Все они увлеченно и старательно проявляли на альбомных листах свои самые заветные мечты. В самом начале праздника герои из любимых мультфильмов раздавали всем собравшимся ребятам, их родителям, бабушкам и дедушкам воздушные шары. А еще они принесли с собой на праздник целую гору цветных мелков, которыми ребята принялись разукрашивать и тем самым украшать праздничную площадку. Организаторы мероприятия, конечно же, не спешили объявлять итоги конкурса. Прежде ребятам была предоставлена так называемая «минута славы». Ведь наши юные художники не только вдохновенно рисуют, но еще и поют и рассказывают стихи. Ты потепись теточку, а уедет плач. Мы с тобой, бабушка, поиграем мяч. Будем бегать, бабушка, прыгать высоко. Видишь, как я прыгаю, это так легко. «Минута славы» превратилась в настоящий концерт. Было спето немало самых добрых и веселых песен, а зрители неустанно аплодировали и поддерживали юных артистов. Буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь. Учишь в школе, учишь в школе, учишь в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учишь в школе, учишь в школе, учишь в школе. Ну и какой же праздник без развлечений и подвижных игр? Любимые персонажи из добрых мультфильмов Снежка, Умка, Эльза и Олаф приготовили для ребят настоящее веселье. Самым таинственным испытанием стало прохождение ребят через туннель. Пройдя через него, каждый получил сувенир на память. Подарков и сюрпризов в этот день было множество. Как раз пришла пора объявить победителей. За свои творческие старания победителям были вручены самые разнообразные подарки. Билеты в аквапарк «Лазурный», в страну Мадагаскария, в детский город мастеров «Мастерславль», сертификат на игру в шлемах виртуальной реальности, билеты в белгородский зоопарк и динопарк, а также и денежные сертификаты. Сертификат на игру в шлемах виртуальной реальности. Рома, шлема 2, поэтому тебе понадобится компания. Возьми с собой свою сестру Дарью. Сеть супермаркетов «Айсберг» не оставила без подарков и остальных участников конкурса. Казалось бы, праздник подошел к концу, но в финале мероприятия организаторы подготовили необычное дефиле. Художники-победители конкурса устроили показ своих рисунков, напечатанных на футболках. Сеть супермаркетов «Айсберг» подготовила отличный подарок горожанам в последний день лета. Мероприятие получилось красочным, веселым и незабываемым.